Рождество Христово счет годам ведет. Этот праздник снова в каждый дом идет и несет с собою радость детских лет. И над всей землей проливает свет. Пусть любовь святая всех нас бережет. Будь благословен ты, Рождества приход. С великой радостью поздравляем вас со светлым праздником Рождества Христова. Желаем вам здравия душевного и телесного. С Рождеством Христовым! Спасибо. Спасибо. Это от нас с Владыкой вам небольшие подарки. Тоска. Праздником вас. Душевного и телесного здравия. Спасибо. Многоуважаемый Александр Григорьевич, мы рады, что вы разделяете радость праздника в этом уютном храме и просим обратиться со словом к собравшимся. Дорогие друзья, я традиционно, прежде всего, хочу поздравить всех вас с этим светлым, ярким, добрым и долгожданным праздником. Во-вторых, спасибо вам за приглашение. Я очень ценю посещение вот этих маленьких, деревянных, очень душевных наших храмов. Вот здесь, мне кажется, и вся истина белорусского народа, нас, православных славян. Сегодня светлый, добрый праздник. Такие вот, как все вы, пришедшие здесь, улыбающиеся. Поэтому я вас хочу от всей души поздравить с этим добрым, светлым праздником, с Рождеством Христовым. Здоровья вам, счастья, всего доброго вам, вашим детишкам. Традиционно это нелегкая икона, но я вам ее дарю для того, чтобы в этом красивом храме она нашла свое место. Ну и это вам традиционно белые цветы. Спасибо. В этот праздничный день, позвольте также, многоуважаемый Александр Григорьевич, вам преподнести в дар икону вот этого храма, в котором мы сегодня пребываем. Просим принять. А также книгу, которая имеет прямое отношение к этому приходу. И вот книга, которая посвящена возрождению этой древней обители. Спасибо, спасибо, с праздником вас еще раз. Со святым. Спасибо. Раздайте детям, пожалуйста. Это от меня и от Владыки. Кто попробует, будет очень здоров и счастлив. Раздайте детишкам. Раздайте детишкам. Спасибо вам. Спасибо. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Успехов вам. Спасибо. Спасибо.